Музыка нас связала. Сегодня во всем мире отмечается День музыки. День музыки отмечается во всем мире вот уже более 40 лет. Одним из инициаторов проведения его в России был народный артист СССР, композитор Дмитрий Шостакович. А было это в далеком 1996 году. С одной стороны, музыка – это досуг, развлечение, релакс для души. С другой, у нее есть определенные воспитательные функции, и она влияет на настроение людей. Хороший музыкант не только профессионально сочиняет или исполняет произведения. С помощью музыки он выражает мысли и идеи, откликается на важное событие, озвучивает свою позицию и место в обществе. Музыка, она нас, людей, трогает и соединяет непосредственно от сердца к сердцу. И мне кажется, это самый прекрасный вид общения. Музицирование делает просто детей умнее, повышает их интеллект. Это действительно так. Композиторы, дирижеры, певцы, работающие в разных жанрах, от классики до авангарда, постоянно напоминают нам о том, как важно беречь мировое культурное наследие. Ценить современное искусство во всех его проявлениях. Один из негласных девизов этого дня – «Сделаем музыку доступной для всех».